как Сережа Гусев. Главный тренер команды «Флагман». Что же, ваше мнение, Маша? Добрый вечер. Ну, мнение, игра боевая была. Боевая. Обидно, конечно, обидно. И я расстроен, ребята расстроены. Пропускать мяч в компенсированное время. При том, что игра могла закончиться двумя минутами раньше, когда был выход 2-1 за Болотный, отдавай Касьяну, и могла закончиться игра. Выход 2-1 нужно использовать. Ну, готовились, мы понимали, что в Балтике мощная линия обороны, и не так сильны они в плане отбора. Пара центральных, Цуканов и Овсиенко, и Кренкович. И задача была наша максимально убыстрить игру, положить мяч вниз и убыстрить игру. К сожалению, по первому тайму не всегда это получалось. Наши маленькие, быстрые, Коробов и Альшин сыграли, скажем так, ниже своих возможностей. Ниже своих возможностей. И знали, что угроза в основном будет идти при стандартных положениях. При стандартах. И здесь в этом компоненте сыграли очень строго, ребята практически не дали таких вот явных голевых моментов, не было, но сыграли нормально в плане обороны. В плане атакующих действий, конечно, выход Белякова в начале второго, в конце первого тайма должен был заканчиваться. Более распорядиться этим моментом, более продуктивно он должен был. Тоже убегал, практически один на один выходил. Не реализовали. Ну вот то, что я сказал вначале, расстроенным результатом, конечно, очень сильно расстроенным. Когда-то же должна была быть ничья первая. Ну, а не то, что вы единственное с нолем там. Я с вами согласен, что когда-то должна, но не в этой ситуации. Если бы другая ситуация. Потом я никогда не комментирую действия арбитра. Но всем нам показалось, что с явным нарушением Дутова локтем его ударили, у него вывих плечевого сустава, он не свистнул судья фол, явный фол. Почему-то в ситуации, когда Гриднев в первом тайме владел мячом, у него мяч под контролем был. И он дал желтую карточку за отмашку, главный арбитр. А здесь, когда человека, ну, явное нарушение правил. И мы с этого момента получаем мяч. Конечно же, обидно. Очень обидно.